Осторожно, двери закрываются. Марина, что ли? Следующая остановка. Товарищеский проспект. Так 11-й год, там 3 человека всего покушено. Да. Это Марина, что ли? А мне знаешь, как Слава сказать? Выставляться персонала прошлого. Они не будут играть по 3 минуты и 9 тысяч. Понимаешь, я вот не знаю. Да?
было всегда, и просвет. Слава был, хотя какой-то там это не учил. Уже просто шоу. Я оценил бы тоже такой вот прожитку. Следующая остановка. Когда надо, станция метро, улица Дыбенко. Таня, помоги, блин. Иди. Слава, теперь Уважаемые пассажиры, не забывайте своевременно оплачивать проезд. Электронные проездные документы прикладывайте к валидаторам, расположенным на полочке.
цветами пришла, говорю, Галя, говорю, надо цветы Наташке успели написать фамилию. Но она красивые такие кремовые розы. Ну, от души 5000 прям мне положила. Как у тебя самочувствие? Остановка Дальневосточный проспект. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка — улица Евдокима Огнева. Я завтра поеду на Ладожский вокзал за билетом. Будем еще работать до 10. Тебе хватит часа. Следующая остановка —
Народная улица.
что? Ну да. Остановка. Станция метро Ломоносовская. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка. Парк имени Бабушкина. Двери закрываются. Следующая остановка. Улица Дудко. Двери закрываются.
Следующая остановка – улица Крупской.
Останутся на 3 и закрываются. Следующая остановка. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Слободская улица.
Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка. Лица профессора Качалова. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка. Станция метро, площадь Александра Невского.
Остановка Советская площадь, станция метро Новочеркасская.
Уважаемые пассажиры, трамвай прибыл на конечную остановку Малая Охта. При выходе не забывайте личные вещи. Спасибо, что выбираете нас. До новых встреч!